Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение статьи Николая Бруханского «Реактивный психотический синдром у заключенных. Москва-Петроград, 1923 год». Мы начинаем с или заканчиваем последнюю главу этой статьи. Попытаемся обобщить наши наблюдения и сделать соответствующие выводы. Болезненные картины содержат, как мы видели, в большем или меньшем количестве черты всех тех состояний, которые были описаны как самостоятельные клинические картины, а именно ганзеровское сумеречное состояние, ступор истеричных, пуэрилизмус менталис, псевдодеменс, кататонические состояния дегенератов, Вангафте Айнбильдунг und Gefangenwahnsinn, что в переводе с немецкого означает «бредоподобные фантазии и сумасшествие заключенных». Тоже мы находим и в казуистическом материале других авторов. Поэтому, допуская существование перечисленных состояний как отдельных ограниченных клинических форм только в единичных случаях, мы склонны рассматривать клиническую картину как симптомокомплекс с основными компонентами, в которые входят и все выше названные состояния. Для такого симптомокомплекса характерной, по нашему мнению, является следующая клиническая картина. Острое начало, оглушенность, иногда с инициальным возбуждением, достигающее на высоте полного ступора, иногда даже с явлениями выпадения движений и задержки мочи и кала, неправильность и путаница в суждениях, выпадение элементарных знаний, расстройство памяти, чаще в форме ретроградной, антероградной амнезии, при сохранившейся памяти давних событий. Ответы обычно задержками, вопросы почти всегда без них. В сфере соматической общая слабость, головные боли, всегда лабильность пульса, часто колеблющаяся величина и реакция зрачков в зависимости от внешних причин и непостоянство рефлексов со слизистых оболочек. В поведении неуловимая способность к концентрации на себе внимания и приспособление, опрятность, часто пустой, иногда испытывающий взгляд. Все это рассвечено лабильными, взятыми извне бредовыми идеями и обманами чувств. В следующем периоде, когда ступорозные черты бледнеют, на авансцену выступает валяние дурака, выражающееся в форме ганзеровского состояния, псевдодеменции и тому подобное, и выпадение функций тела. Порезы, глухота и так далее. Здесь обращают на себя внимание различия поведения больного, присутствие врачей, в их отсутствии, настроение большей частью депрессивное. Течение находится в зависимости от внешних условий. Красной нитью проходит повышенная реактивность. Всегда параноидный налёт в смысле Рюдина, то есть тенденция к образованию бредовых идей преследования, величия, невиновности, помилования, исход при благоприятной ситуации, восстановление от статум, от статум конте. Поводом к заболеванию служит психическое потрясение, часто одномоментная и душевная перестановка. В уже вышеуказанных случаях все заболевания, наблюдаемые нами, так и аналогичные в анамнезе больных, связанных с переживаниями, и содержание их им определяется. Все сказанное, а также знакомство с течением и исходом, приводит к заключению, что исследуемый синдром должен быть отнесен к группе настоящих реактивных психозов,
а не выявленных фаз или наплыва процесса. Последние также могут протекать реактивно, и при тождественных условиях клиническая картина их может напоминать в некоторых отношениях описанный синдром. Но ядро, основная картина, всегда будет развиваться по строго специфическим законам, свойственным этим фазам или процессу. Из-за отсутствия достаточных данных в нашем материале, изучение почвы, вытекающей из нее характерологических особенностей, позволяет только высказать предположение, что данный симптомокомплекс встречается чаще у недостаточных в некоторых отношениях личностей. Причем большинства наших пациентов можно отметить черты патологических плутов и лгунов. Вполне прав Вильманс, когда говорит, что наши сведения о закономерности во взаимоотношениях между первоначальным предположением и патологической реакцией, развившейся на почве этого предрасположения, крайне скудны. По моему мнению, в описанном реактивно-психотическом симптомокомплексе центр тяжести лежит в констелляции. Взаимоотношения эндогенного состояния мозга Кречмара и физической готовности Фройда, контузия, атеросклероз, истощение, наследственное отягощение, некоторые недостаточности личности в смысле остановки развития, повышенной реактивности как психофизиологического феномена, реактивной диспозиции с характерными для нее любильностью пульса, колебанием величины зрачков, а иногда их реакции и непосредством рефлексов со слизистых, и психической перестановки, связанной с душевным потрясением, может быть, достигающим максимума своего развития, определяет действие первобытных, примитивных механизмов, и тем самым данный симптомокомплекс. Причем каждый из моментов в данной констелляции может быть преобладающим. По мнению Бирнбаума, в структуре психоза всегда возможно выделить два основных феномена. Патогенетически определяющий причинность и специфичность болезни, и патопластически придающий этнологически специфической форме то или другое содержание. В констелляции, определяющие описанный нами синдром, вышеуказанные моменты являются в одно и то же время патогенетическими и патопластическими. Это особенность, их равноценность и параллелизм, как мне кажется, и есть главный фактор в структуре названного синдрома. Этот же фактор, по моему мнению, определяет и настоящий реактивный психоз. По мнению Кречмара, для истерических проявлений в широком смысле этого слова характерными являются три фазы. Острый аффективный рефлекс, который второй фазой произвольного усиления рефлекса агравации переводится в третью фазу хронически привычного рефлекса, своего рода болезнь. Указанное соображение особенно объяснимо там, где наиболее легко приводится в действие примитивные механизмы. Отсюда становится понятным в клинической картине и оглушенность, как острый аффективный рефлекс, и в дальнейшем боление дурака, как психологически наиболее простая форма произвольного усиления или модификации рефлекса, особенно объяснимое у психопатических личностей по типу лгунов и плутов. Богатство и разнообразие проявлений валяния дурака и рюдинского параноидального налет дают особенную окраску, которая свойственна заболеваниям последственных. Причем характер самой окраски находится в тесной зависимости от индивидуальных особенностей или психопатического предрасположения. Понятно, что вторая стадия психотического синдрома в случаях, не связанных с заключением, даст иную клиническую картину в зависимости от констелляции
главным образом от целевого элемента. Отсутствие или бледность, валяние дурака и рюдиновского параноида в аналогичных заболеваниях, в нашем случае, не связанных с тюрьмой, подтверждает эту мысль. Тоже подтверждает, например, изучение военных неврастенников, где и во второй стадии в большинстве случаев имеются расстройства в двигательной сфере. Факт в смысле целевом вполне достаточный для отстранения от военной службы. Все сказанное приводит к заключению, что о природе заболевания можно говорить с большей или меньшей уверенностью только принимая во внимание совокупность констеллятивных моментов. Тогда, может быть, многие уже описанные случаи, как, например, абортивный параноик Гаупа или мягкой паранойи Фридмана, получат иное освещение. В заключение приношу искреннюю благодарность своему учителю, профессору Петру Борисовичу Ганушку, Тихону Гайеру, Евгению Добня и О.В. Вейс за их ценные указания. На этом чтение работы доктора Николая Бруханского завершено.